Золотая осень на Пульс Радио. Еще одна страница истории Марийского края и одновременно полноценная лекция на медицинскую тему. Выставка, посвященная жизни и деятельности врача-подвижника Марийского края Фадея Конского, также представлена в эти дни в Национальном музее. Книги, документы, фотографии, личные вещи, а также предметы профессиональной деятельности доктора. На всеобщее обозрение представлено около 30 экспонатов. Напомню, что в 1920 году по инициативе Конского в нашем крае открывается первая детская амбулатория, а годом позже появится первая детская больница. В 30-х годах 20 века он работал врачом медсанчасти НКВД и партийного диспансера. Параллельно вел преподавательскую деятельность в фельдшерской акушерской школе. За высокие достижения в области здравоохранения Фадею Конскому в 1942 году присвоено звание «Заслуженный врач Марийской ССР». Я знаю по истории, что в 1920 году Фадей Матанович закончил Казанский мединститут, но он с детства мечтал стать врачом. Я от книжки где-то вычитала, что он своим другом с кем-то сказал, я обязательно буду врачом. Вот его мечта была помогать людям. А то, что он выбрал педиатрию, это вообще необыкновенно для того времени. В какое время жили? Когда трахома, когда туберкулез, когда это самое страшнейшее время. И он сказал нет, да, и вот он создал первую в Царево-Кокшайске, Красно-Кокшайске, в последующем Ашкарале, детскую амбулаторию. А стационар был открыт на берегу Кокшаги, и вот первые больные тоже он сам все вел. И вот с той поры вот эта история, мы всегда его помним, знаем. Выставка, посвященная жизни и деятельности Фадея Конского, будет работать до конца октября. Новая осень на Блиц-ФМ.